Промышленный жадалановин индекс и кажал тогарвон загр процент падан лашмала. Шулдалык пушлам жинже ларудыру евр булны булинде, юлашки у их сенже предприятизем самай адаланма бушлана. Кунберги баян министерство тогда ведомство ердюж зембе тундыгунзерин иртереген ларура галашреч. Михаил Игнатьев отпуск рабулны май, она Иван Моторин премьер-министр ирце быджа. Абат шимиш, хими, электротехника, пир промышленность иртни жултын день дела их рахаталанать. Калыбыр, хими предприятий зэнь пэльдер промышленность производстве сагрун загру процент полны булзан, кышал шырвунна. Юзым юлашки у их сэнь дешеч пышланы не балартмалла. Калыбыр, сагру их кадарды везэмбе предприятий зэнь 7% тубыш паэшленя. Поднимышлевал пилик тулы дешечи вуннымыш миллиард тенге бетанлашна. Тогру их кадарды везэмбе вара предприятий зэнь 7% тубыш паэшлеген зэнь ешнегене. Тубыш веши 7 миллиард тенге. Далык пушлан ранба пиндеши черчин эштерде сайулна. Везенчен пиликшер выдарыши урыхы жевырнашна. Тепер пиликшерыши ыты регионда дырышать. Шидес вагытра тепер шерзагыр вуны шин эштерде сайулма булдарать. Ку перемш типографии пан круда тухны пешихынна. Трактор заводисым концерн шипи халиги ушумлан манха. Шинзы мернере виши куны шлеща. Шулдалык вежечен шаплах пуля. Шидес вагытра концерн кивженезыне реструктуризацили мелле. Иги бенде вунултымыш шулын перемш кварталинче кунда производство тулын шлезыгая сажанаща. Лехи вахатра шулзене бахсатрасы не дезутся яврешла рура. Строительство предприятий зень реагент цемде техника дачи делекля. Чуваш автодор шеш шулзене сапмалы хадер сень ватер процент не шеш кюрзе гильня. Иван Моторин кележевед от мазар шедезу их сенче везем бахсатраган шулзене и ты предприятий зене вама сенче. Транспорт министра Владимир Доброхотов сыха был мажандарча. Владимир Аврелькин шубашкарды промышленность парк не два сэшмен лебыны пепалаштарча. Халя строительствован и ким штабхаря. Шулдалок вежечень федерации бюджетный день уирна сагрву на миллион деньги еще Ямалла. Хали Васкавла, Мендбура, Кирли Хатереду Янаща. Республика Гларом Вали, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков.